8 сентября исполнилось 97 лет со дня рождения Расула Гамзатова, прославленного дагестанца, известного советского и российского поэта, прозаика, переводчика, публициста и политического деятеля. К могиле и памятнику народного поэта Дагестана в Махачкале возложили цветы представители органов государственной власти, депутаты, общественные деятели и известные поэты. В эти дни в честь поэта проходит международный гамзатовский литературный фестиваль «Дни белых журавлей» под эгидой ЮНЕСКО, который собрал делегацию писателей из разных уголков России. В рамках форума состоятся литературные чтения, круглые столы и поэтические вечера, которые пройдут в районах и городах республики. На торжественном митинге в парке Ленинского комсомола выступили друзья и коллеги Расула Гамзатова, которые приехали почтить его память. Они читали стихи, рассказывали о значимости литературного творчества и о том, каким уникальным человеком был дагестанский поэт, основавший уникальный поэтический фестиваль, аналогов которому нет в мире. Мое уважение к нему было безмерным. Вы знаете, много раз я бывал в одних компаниях, с ним в поездках. Вы знаете, когда он начинал говорить, все стихало, потому что в нем была какая-то вот такая магическая сила авторитета. Вот это. Он никогда не старался, он всегда как шутил, он был очень прост, доступен в общениях, совершенно перерасплатил себя, первый лез в карман и так далее. В общем, в это ощущение он был человек, с одной стороны, компанейский, но с другой стороны, все понимали вот эта величина, вот это ощущение величины философской, поэтической, гражданской оно было. И вы знаете, что счастлив народ Дагестана, который хранит эти святыни.